утренний лес в тумане. Цветет дороникум, все в цветах. У нас сегодня 19 апреля на календаре. И у меня сегодня индивидуальный тур для одной прекрасной девочки Насти. Мы сегодня вдвоем с Надей изучаем смешанные ясеновые леса на предмет сморчка высокого. А там, может, что-то еще попадется. Пойдемте вместе с нами погуляем. Наша первая находка. Сморчок высокий, конический. Заходи. Забирай его. Пониже его срезать или как? Это ну, можно, да, прям под корешок. Можно выкручивать, можно срезать, без разницы. Такой красивый. Спелый, спелый и красивый. Берем с собой и смотрим рядышком. Он какой-то сухой. Можем его тоже забрать. Это получается второй на этом месте. Угу. И берем следующий. Так. Тоже забираем. Он уже сухой, да, поэтому его тоже можно забрать. Вот такой крохотулечко. И это получается четвертый. Четвертый получается самый крупный в этом осиннике, на этой полянке. Шикарный, шикарный, шикарный. Здесь сколько? Ну вот раз, два, вон три. Да, пока три. И тут, конечно, подсчет, да, праздник в этом году. Снега много было. Один. А, вот смотри, вот третий, да? Третий вот этот вот. Не вижу еще один. Вот. Я вижу слева, а тут. А, вон вижу, да. Еще один нашла, да? Кончик торчит. Ага, ну видишь, я же говорю. Я даже на свои четыре лага не вижу. Всё, вот есть. Так вот, как они прячутся, лихо. Собираем. А если выкручивать, это... Ага, то есть вот так вот он. Прям... Если ты его выкручиваешь, его приходится подрезать. Угу. То есть я, наверное, ну, чтобы не хочешь, чтобы грязь нести в дом, лучше отрезай. Можешь ложить все время в корзинку, чтобы ты его постоянно не доставала, вот это с ножом. У тебя опасно. И ложи на дом этого корзиночки. Я не вижу. Увидела? Нет. А, вижу, вон. Да. И вон еще два. Там два, да? Я один только вижу. Вот этот вижу один, да. А второй не знаю, покажи. А, рядышком, да-да-да, вот он. Не видно сейчас. Покажем. Ногой поправила этот самый ветки. Срезала ногой. Все, рядом не видно? Я что-то не вижу, но я же так смотрю. Присядь, привстань, поменяй ракурс. Это очень много чего играет роль. Да, надо присесть рядышком, еще оглядеться с разных ракурсов. Снизу хорошо видно. Да. И вон еще за вот этой палкой, там громадные такие сверкающие. Смотри вниз, прям под корзиночку. Не вижу. А, вот он, смотри. А, вижу. Смотри рядышком вот здесь вот. Ага. Шесть глаз гораздо лучше искать, конечно, чем так. А теперь разворачивайся за дерево. Смотри, один и второй. Один, да, один. А второй большой рядышком. Не вижу. А он ниже. А он ниже под палочкой. Смотри. Ну вот один получается, нет, а потом глаз вниз должен у тебя опуститься сюда, ко мне ближе. Да. А, да. Вот он с этой стороны. И разворачиваемся сюда.
смотри, под палкой. Мы еще, кстати, Надя, еще здесь под палкой один. Ух ты. Вот его там мы и не приметили случайно. Они все черненькие, сливаются тут с горелым и с ветками. Только когда приноровишься. Спит жучок. И теперь вот смотрим, вот сюда идем. По этому бугру, как внизу, так и вверху, может быть тоже грибок. Внимательно вот обследуем вот здесь вот это место тоже. И здесь, и здесь. Спрятался тоже под веткой. А вон там, да, дальше? И там, и вот здесь, посмотри. Слева. Да. Смотри, заходи сюда сразу. Потому что здесь еще один красавец. Какой ты еще нашла? Маленький, да, вот под ногой. Большого? Да. Ну тут получается их 4, вот я увидела. Один. Потом голову поднимаешь, увидишь еще один. Вижу. Да. А теперь смотри сюда. Те, которые я увидела издалека. Видно тебе? Вон один, вон второй. Один. Да. Присаживаемся также, оглядываемся еще рядышком. Они могут быть и под ветками, и так. А еще один. Вот это ты сама нашла, а я тебе на другой показывала, да. Вот, вот тут вот, да. Ага, а, да. Ищем дальше. А глаза-то разбегаются. Пока идем мимо, вот и рядышком еще один сосед. И у нас уже на донышке поприбавилось. Вот так вот могут еще и рядышком где-то расти, а мы их не замечаем. Половина грибов, наверное, так и остаются нами незамеченные. И смотри. А, вон он. Увидела? И мне кажется, Надя его тоже не заметила. Тоже пробежала. Есть еще один. Так. Гигант. Замечательный. Сморчок высокий. Конический. Сейчас время цветения у них как раз наступает. Лесная орхидея. Ятрышник пурпурный. О, давай забирать. А там еще один, смотри. И вон еще два. Боже, вот ставь, один, ставь, потому что там целая куча. Глянь, там впереди что творится. Ого. И тут, и здесь. Это просто какой-то клондайк. Вот это вот я люблю слово, когда я так говорю, клондайк. Слушай, ну это просто мечта. Заходите, и будем сейчас все вместе их срезать, потому что мы пропустим просто. Приходи сюда, Надь, смотри, что здесь творится. Вот там что дальше, это вообще кошмар. Можно его? Класс! И здесь, получается. Вот он притаился. И здесь... Да, да, да. И вот смотри. Здесь два. Ну я ж на них и показывала, да. Смотри сюда. Вот получается. Здесь, здесь срывай тогда, срывай.
И вон стоят какие здоровые. Вот он большой один. И вон там второй под корягой. Вот какой большой. Замечательный. Главное все это сейчас не пропустить, потому что вот под ногой. Вот еще один. Здесь еще. А там просто дальше вообще. Три. Четыре. Там один я уже убрала, тут большой из-под сыночка. Пять. Как мне нравится, когда мы считаем их. А рядом он дальше, шесть, смотри, семь, да. Восемь. И там еще в кустах, да, надо да, полезть забрать. Сейчас я выгрызу. Наверняка они еще здесь тут есть. Просто нужно будет с другого ракурса подойти. Чку с собой сразу, потому что здесь будет их много. Вот там, где ты, да, стоишь, нашла его, да? Ой, смотри, один мы пропустили. Ой, возвращайся, вот два штуки под веткой осталось несрезанных, видишь? Вот ветка. А, вижу. Да. А этих-то первых самых, которых мы увидели, мы и пропустили их. Так бы и остались. Да, ромашки распустились сильнее. Я была, когда они совсем такие. Вот запустили. Здесь у нас горело. Осинник немного горел пару лет назад. И на этом месте, на горелом, очень они любят расти. Так и говорят обычно, на погорелых местах нужно сморчки искать. Проходи сюда дальше, проходи. Хорошо. Потому что здесь дальше есть чем поживиться. Я боюсь наступить, потому что вот мне надо переступить. А они тут вот под ногами. А там вот где-то корзинку ставила, кстати, был и маленький, по-моему. Вот еще. Сразу. Я как раз на него и поставила. Да. Но он не сломался. Маленький, да, видела? Да. Держи. Так, теперь поворачивайся вот в эту сторону и смотри рядом еще. Можешь пройти за погорелое бревно, обойти сразу его. Видишь, большой, старенький там такой стоит? Переступай тогда. Вон. А там потом под веточкой вон. Еще посмотри. Проходи туда, наступай. И я тебе еще подскажу, где рядышком потом посмотреть еще один. Так, кладем. Теперь вот сюда, вот под веточкой. Вот сюда посмотри. А, вижу. Да. Проходи дальше туда чуть-чуть. Посмотри где-нибудь под веточками рядышком. Еще спрятался под зелеными веточками справа. Там хороший стоит, большой. Ищешь? Нашла? Я нашла пока только чашечку. Вот рядом с чашечкой еще, смотри. Поднимай веточку. А-а-а. Здоровый, да? Прям не видно, он прячется, да. Покажешь? Да, хороший. Тут получается дорожка и прям три подряд. Так, раз, вот один, два. Вот второй и третий, да. Все увидела? Два, три. Да. Тут их он не один, получается, и не два. Смотри, под веточкой смотри ищи. Видно? Не-а. Отклони тогда зеленую веточку. Моей стороны. А, да. Вот он. И еще рядышком. Тоже его не видно было. Вперед, перед собой. Нет, не вижу. Сейчас надо как-то по-другому посмотреть. А! Прямо глаз на это дело наметанный. Главное найти первый, потом уже глаз наметывается постепенно.
Ну, так и сыроеды тоже искали. И маховички также. Вот. А вон... Ой, смотри, мы один пропустили. Ладно, я вернусь за ним. Один там мы пропустили. А, да. Сегодня у меня такая... А, вот он. Да. С этой стороны вижу. Что не видать было мне. Ух ты, тут внутри паутина какая. Так как они пустые внутри, в них могут жить жители, какие-нибудь букашки, мошки. Ой. Поэтому обязательно их нужно хорошо промывать. Смотри, вон... Это боевое крещение в колючках. Ну, ничего страшного. У меня окна пожизненное. Смотри, уже и руки у меня. Да, можно тоже порезать. Я тоже побежала, аж бегом. И перчатки не одела. Какой-то жучок. Да пусть лазит, потом отпустим его. Так. А тут у них он сейчас идет брачный период у жучков. Ну, иди на листик, на красивый, жди здесь себе невесту. Какую-то. Наверное, будет не видно, какой у них сейчас период идет. Вот они. Любовь у них. Так, иди ко мне. Сейчас. А вот те вот срезали два, да? Подожди. Там еще будут? Иди, ступни, только не так, как я ступни. Так вот это ж я и смотрю, чтобы ни на кого не наступить. Вот. А вон третий. Угу. Еще. А, вот. Угу. И теперь кроме них еще смотри. Я тут один уже потеряла. Самую скринь кидала. Так. Уже не знаю, где я этот самый гриб выпал. О. Я его сейчас спрячу на этом рюкзак, а то его так потеряю. Холодный прям такой. Он есть или это так просто, чтобы я внимательно смотрела? Нет, мы рядом тоже не видим. Понятно. Мы также ищем тоже. А то я думала, вы уже видите. Нет, нет. А мы просто слепое. Тебе рекомендацию даем о том, что... Ну, рядышком надо смотреть соседи, да. Обычно так и бывает. Ну, а бывает и не по-другому. Завалено в этом году, да. Потому что много было ураганов, много веток навалило. Надуваемое место получается. Вон я уже там один увидела. Вижу. Нашла? Угу. Его не видно, здесь продуваемо, и, конечно, они тут подсохли. Его тоже срезать? Конечно. То, что он подсушен, это не страшно. И рядышком нужно посмотреть второй. Он чуть выше, я думаю, будет расти. Справа. Сюда я не вижу. А, вон. Вот. Да, проходи за ним. Видишь, они тут подсохли, они уже не такие черные. И поэтому их уже меньше видно. Вот они уже такие подсушенные, посветлее. И вот еще один. Во, уже сама ты нашла. И смотри, еще сушеных. Там дальше. Вон в той этой. Видишь, тут. И там еще? Да. Непонятно. Ого, какая смотри, нога. Сразу. Посмотри вот этот. И вон еще, смотрите. Ну вот сушеный, да. Смотри, да, вон два. Вон, видишь, дальше. Да. А вот смотри, здесь, вот поройся вот здесь. Что ага. Это такое? Маленький тоже сушеный. Меньше сохнуть будет как раз. Здесь папоротники, они очень любят папоротники прятаться. Один мы нашли подсушенный.
И рядом еще второй. Потому что запросто они могут прятаться под веточками папоротника. Вот такой вот крупненький. Прям так легко отламывается. И еще мы нашли, еще. Ой, а там, смотри, Настя, вот такой огромный. Забирай вот эти два и пойдем там. Мы тоже нашли, Настя. У тебя там тоже ты косишь, а мы тоже нашли. И хорошие. Рядом второй, видишь? Второй. Это два. Вот еще один красавец. Какие размеры. И Настя еще нашла. О, да тут полянка целая. Замечательная. Сама, видишь уже, глаз пристреляла. А я вот еще один нашла, но в кустиках. Вот он тоже повернулась и заметила в боярышнике. Ой, сочный, хрустящий. Ага, красивый такой. О. Большой. Что это такое? Это этот что цветет? А, это на дубочках. Это на дубах галлы? Как цветы. Ну, надо же. Ну, вообще, как этот, бутон цветка. Как бутон розы, действительно. Красивый. Получается, молодой дубок. И на нем как будто пион распускается. А это гал. Необычно так. Живучка ползучая. Очень полезное растение. Собираю ее для отвара, настоечки. И в чай можно добавлять. Почитайте. Очень полезная штучка. И вот такой вот еще здоровяк. Полезай в наш кузовок. И все так же в папоротнике. И так вот они прячутся в том же папоротнике, где по осени можно наблюдать подосиновики. Весной можно резать вот такие сморчки. Вот на таком вот сборе мы сегодня заканчиваем поиск в осиннике. Вот эта вот корзиночка. И еще у нас пакетики с собой. Вот такой вот индивидуальный тур у нас сегодня получился. Всем пока!